нами ясные воском, и шумит мимо них, не смолкая, открытый солнцу стадион. И вот мы выходим на поле, правдивые помнят слова. Не только ноги нужны в футболе, нужна в футболе, между прочим, голова. Здравствуйте, Валя. Здравствуйте, Вася. Куда вы? Да, на тренировку. А. А что же вы? Что? Без зонтика. А. Спортсменка с зонтиком, как-то так. Вы все-таки знаете, дождик. Да. Да. Простите, пожалуйста. Пожалуйста. Валя, на? Вот зонтик. А то еще простудитесь. Спасибо. Я вам его сегодня занесу. Нет, не надо. Это подарок. Подарок? Да. Я подарки принимаю только от родных, близких. Да, только от близких. Ну да. Но все-таки возьмите. Ой. Валя! Прошу. Эх, такой приказ и подписать приятно. Лучше, Иван Иннокентьевич, вы бы о своем отпуске приказ подписали. Поймите, тут молодые люди пойдут в отпуск и одновременно будут защищать спортивную честь завода. Производственники отличные и футболисты великолепны. Иван Иннокентьевич, а почему вы отпуск не берете? Не понимаю. План мы выполняем, переходящее знамя у нас в руках. Чего бы директору не ехать в отпуск? Елена Ивановна, миленькая, вы мой секретарь. Вся моя жизнь перед вами как на блюдечке. Ну, неинтересно мне идти в отпуск. Самый разгар футбольного сезона, а я в отпуск, да? Чтобы жена меня увезла в санаторий. Вы же знаете, что значит для меня лето. Увы, знаю. Лето для вас ад. Буквально ад. Рай, чистейший рай, спортивный рай. Между прочим, Лена, без ложной скромности скажу, что среди болельщиков я занимаю весьма заметное место. Знакомые по радио сразу отличают мой голос. Особенно мне удается вот это. Ой. Судью намыло! Ну, понимаю, стыдно кричать такие нелепости. Но не могу удержаться, особенно когда войду в азарт. Футбол — это благороднейший народный спорт. Когда наши синие стрелы вышли в финал, я помолодел. Давление стало 120 на 80, студенческое. Простите, Иван Иннокентьевич, но я не чувствую никакого волнения по этому поводу. И не я одна. Увы, это правда. С женой у меня по вопросу футбола тоже тяжелая неувязка. Ни на одно состязание не ходит. Стыдно вымолвить, моя жена не признает футбола. Кстати, она сейчас будет звонить. Передайте ей, что я задержался на территории. А я пойду на собрание футболистов. Речь идет о двух игроках. Обождите.
взяли ведь из второй команды Вася Веснушкина и Хаютина. Да нет, я считаю, что все-таки Саша прав. Команду надо усилить. В синих стрелах должны быть только знаменитые игроки. Видишь ли, Гриша, нам ведь игроки нужны, а не имена. Футбол-то игра молодых. Я и предлагаю взять молодого Кандыбу из Луги. Специальность? Монтер Иван Иннокентьевич. Хороший? К счастью, средний. Разве хорошего монтера отпустят с производства? Ну, правый край великолепный. А второго предлагаю, знаменитого полузащитника Бомбасова. Ну, Бомбасова все знаю. Тоже средний производственник. Да лучше, Иван Иннокентьевич, просто никуда не годный. У них бухгалтер-болельщик. Вот он и держит Бомбасову счетоводом. Зато игрок хороший. Мы возьмем Бомбасова на свой завод. А вот и не возьмем мы его. Жили мы без Кандыбы и проживем без Кандыбы. Вышли вы в финал без Бомбасова. И кубок должны выиграть без Бомбасова. Иван Иннокентьевич, ведь спортивная честь завода. Спортивная честь завода не позволяет нам принять твое предложение. Нет спортивной чести тому коллективу, который норовит чужими ногами жар загребать. Гол! Конечно, мастерство — это дело великое. Но к чему нам мастера, с которыми мы не сыгрались, которым мы не верим? Почему не верим? Лев Павлович, ведь они же игроки хорошие. Хорошие, отличные. Но мне подозрительна та легкость, с какой они бросают свои команды. Надо много игр сыграть, прежде чем научиться понимать друг друга. Понимать в доли секунды, не глядя в глаза друг другу. А в чем же сила коллектива? Это верно, Лев Павлович? Идея понятна? Понятно, Лев Павлович. Иван Иннокентьевич, вы остаетесь на тренировке? На тренировке синих стрел обязательно. Отлично. На поле, братцы. Команда на поле привиделась. Все лето болел за синие стрелы и доболелся. Осложнения начались. Да успокойтесь, папаша. Это тренировка. Перед кубком на погоду не смотрят. Я понимаю, Лев Павлович, что вы правы. Но так вышло, товарищ, что тренер! Я... Слушаю вас, товарищ Веснушкин-младший. Лев Павлович, да. Разрешите игроку второй команды участвовать в тренировке? Не разрешаю, а приказываю, понятно? Понятно. Соревнования могут состояться при любой погоде. И запасной может понадобиться... При любых обстоятельствах. Правильно. Бюро погоды сообщило без осадков, так что на дождь можно не обращать внимания. Во что будем играть, футбол или водное поло? Водное поло. Все шутки на тему о дожде прекращаем. Начали. Марья Ивановна Веснушкина прибыла. Да, мамаша братьев-футболистов. Привет, товарищи! Подрящей погодой! Марья Ивановна, а вы-то зачем? Не тот болельщик, то солнышко, а тот болельщик, то и дождичек. Да кто болельщик? А вы, Марья Ивановна, можно сказать, бабушка русского футбола. Да, Веснушкина фамилия знаменитая. Будь. Да, и сыновья. Наследственные футболисты. А вы сказали бы тренеру, Марья Ивановна, чтоб вашего младшего он не обижал? Такого молодца и в запасе держит. Саша, да что ты мне все время под правую ногу даешь? Лев Павлович просил. Ребята, да? Что? Сегодня в советском спорте напечатано, что финальные игры на Кубок ВЦСПС будут проходить на юге. Вот в Черном море! Хорошо! Но надаль голубеет морская, над нами ясный небосвод, над нами ясный небосвод, и шумит мне на миг не смолкая, открытый солнце устанет. И вот мы выходим на поле, прогибые помнят слова. Не только ноги нужны в футболе, нужна в футболе, между прочим, голова. Сильны мы содружеством, своей стойкостью, болью, мужеством. Сильны мы с наукой, всегда умелую, смелую
решительность и бодрость. Вот это и есть. Ну, как тренировка сегодня? Чего? Тренировка сегодня была настоящая. А правда, Саша, команда у нас все-таки хорошая, а? Да, во всяком случае, она мне не очень мешает играть. Ух ты, мне не очень мешает. Твое счастье, что мама дома, а то... А то что? А то, что говоришь про свою команду как гастролер. Ну, что ты, Саша? Ну, правда, может быть, она пока не самая лучшая, но... Ну, подожди ты. Но ведь от нас зависит, чтобы она была самая сыгранная, самая первая. Ну, подожди ты, ну что ты? Ведь от нас всех зависит. Даже от запасных. И от запасных. Ну, воображает. Ой, да не сердись, Вася, я шучу. Шучу. Здравствуйте, Вася. Здравствуйте, Вася. Ваша дома? А кто вас интересует, мама или Саша? Все дома. Возвращаю ваш зонтик. Большое спасибо. Не пригодился? Ну да, дождь прошел, солнце вышло. К вашему сведению, вы купили зонтик как раз от солнца. Как? Вот так. Саша, хотите узнать новость? Хочу. В Сухуми будет не только футбол, но и тренировка по гимнастике. И я с вами поеду на юг. Это хорошо, верно? Хорошо. Но знаменитый футболист остался величественно спокоен. А я думала, вы обрадуетесь. Ну, конечно, я рад. Но не могу же я кричать на весь дом. Ура! Валя! Мама! Саша, вы знаете, Лев Павлович звонил. Валя едет с нами. Ой. На тренировку по гимнастике. Ура! Поздравляю, Валечка. Спасибо. Уж вы там будьте добры, влияйте на моих малышей. Особенно влияйте на меня. Вот это да. Какой красавец. А? Пошли. Не вставай. А вечером бассейн подсвечивают прожекторами. Так здорово. Понных. Толик, какая у нас каюта? Ну, давай, брат. Давай, брат, нажимай. Нажимай на отдых, чтобы ни минуты без отдыха. Прогулки, экскурсии, походы, танцы, хороводы, беседы, лекции, доклады, кино, концерты, викторины, шарады. И все процедуры. Не ленись. Действуй так, чтобы пар шел. Ну, в общем, отдыхай на все 100%. Павел Васильевич! Ага. Фу, отчеты есть? ППС. Так, хорошо. А копии доклада? Вот. Так, отлично. Буду отдыхать во всем, там разберусь. Так, телеграфируйте чаще, как дела. Я вам буду звонить по субботам ночью. Ну, будьте здоровы. До свидания. О, наконец-то я еду отдыхать. Ой, как буду отдыхать. Варя, Варя, врачей выбирай только женщин. С мужчинами не разговаривай и не знакомься, чтоб ни-ни. Ну что ты? Пиши мне каждый день. Раз утром, раз вечером. Где была, с кем была. О чем разговаривала? Вот тебе 60 конвертов с марками. 120 листов бумаги. Это мои фотографии. Поставишь ее на столик. Хорошо. А вот эту фотографию, Ваня, эту фотографию носи всегда и везде с собой. Будешь купаться, она не промокнет. Я ее в целлофан заверну. И помни, Варвара, Варя, помни клятву верности. Боже мой, я так волнуюсь. Я просто ночей спать не буду. Буду ждать, когда ты вернешься. Я прям, Варя, Варвара. Итак, ваша команда «Синие стрелы» направляется на Кавказ, где у вас состоятся финальные игры на Кубок ВЦСПС. Несомненно, вам придется встретиться с командой «Вымпел». Выиграв у них, вы, конечно, завоюете кубок. Ошибки нет? Фактах нет. Очень хорошо. Да, вместе с вами едут на юг специалисты по художественной гимнастике группы молодежи. Да. Не могу я с ними побеседовать? Вася, где Валя? А вы не беспокойтесь, я их найду сам. Минуточку. Этот снимок появится также в местной газете.
Виноват, простите. Так, благодарю вас. Саша, смотрите, еще не успели отплыть, а уже телеграмма из Ленинграда. Товарищи по заводу, желаю счастливого пути, успехов, победы. Обязывающая телеграмма. Еще бы, не забываю. Ответить надо. Ответим победу. Олег Павлович знает. Нет еще. Ну, пойдемте быстрее покажем. Простите, пожалуйста, вы сотрудники научной экспедиции Спиридон Спиридонович Виолетов и Любовь Сергеевна Малюткина? Да. Совершенно справедливо. Благодарю вас. Да. Ваша экспедиция посвящена проблемам долголетия. Да. Ну, приблизительно говоря, так сказать, да, проблема. Ага. Руководитель вашей экспедиции, профессор Бабушкин, с вами. Видите ли, носильщик, не спешите. А вы беспокойтесь. Да. Положительного ответа у меня нет данных. Так? А для отрицательного не хватает фактов. Ага. Товарищ Веснушкин, известный футболист. Угу. Так что же прикажете делать? Написать, что профессора Бабушкина и на теплоходе нет? Дело обстоит очень просто. Прежний наш руководитель захворал, а нового... профессора Бабушкина, мы, к сожалению, еще не знаем лица. Ага. Но он догонит нас в пути. Хорошо. Хорошо, товарищ Малюткина. Выразимся осторожно. Профессор Бабушкин тоже находится в пути. Итак, беседа нашего корреспондента с сотрудниками научной экспедиции. Вопросы долголетия. Что рассказывают столетние граждане? Ошибок нет? Нет. Хорошо. Позвольте мне на правах спутника задать вам один вопрос. Пожалуйста. Вам не скучно будет на юге среди удивительной природы беседовать с одними стариками? Я еду не на курорт, молодой человек, а на работу. Странно. А я добавлю, старик как таковой, как явление, интереснее многих, говоря грубо, развязных молодых людей. Посмотрите, вы знаете, кто это? Нет. Знаменитая киноактриса Галина Карташова. Спасибо. Товарищ Карташова, мы читали в газете, вы едете сниматься в Сухуми у режиссера Цветкова. А где же он? Мы тоже его искали, но нигде не нашли. Он в Сочи, оттуда вся группа поедет сниматься в Сухуми. Конечно, говорили, Валерий. Спасибо вам за цветы, за внимание, за свидание. Вот вы видите, что значит слава. Вон он. Саша! 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 Такое? Ну что такое? Что? Не слышит. Ну да. Увлечен. Саша! Простите. Молодой человек. Молодой человек! Гражданин! Вы слышите меня, старика? Ну, конечно, слышу. А, простите, а я подумал, что он глухой. Вас зовут ваш товарищ, а вы не отвечаете. Простите. Пожалуйста, разрешите представиться. Старый поклонник вашего таланта, Дедушкин Иван Иванович. Очень приятно. Разрешите, провожу вас на палубу. Пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, пусть все думают, у этого Дедушкина очень хорошая внучка. Вот. Сейчас вспоминаю стихи, которые я учил в гимназии древнего римского поэта Вергилия. И южный ветер, тихо скрипя мачтами, призывает нас в открытое море. Вот-вот. Прошу вас. Извините. Встретил знакомых, заговорили, оглушили просто. Вас заговорили. А нам с Васей показалось совсем наоборот. Да, совсем наоборот. Thank you.
А вот еще случай. Почтовому чиновнику, англичанину Тейлору, да, было 134 года. Ай. Он первый раз женился в 108 лет. Сумасшедший! Никогда не болел, чувствовал себя прекрасно. Королева Виктория послала ему свой портрет с надписью «За глубокую и беспримерную старость». Это так взволновало старца, что он тут же умер от потрясения. Говоря грубо, ориентировочно, так сказать, приблизительно, от радости не умирают. Сокращают жизнь. А. Уныние. Б. Малодушие. В. Зависть. Г. Страх. Д. Злоба. Злоба. Если бы не спрашивали, сколько тебе лет, то жить можно было бы сколько угодно. Значит, искусство продлить собственную жизнь все-таки существует. Это в какой-то мере больше наука. И, конечно, искусство. Вы знаете ли, я это чувствую по себе. Вот да, я достиг настоящего своего возраста, да, исключительно благодаря искусству. Это, так сказать, грубо, ориентировочно, приблизительно. Нет, говоря совершенно точно. Большое искусство, друзья мои, когда пожилой человек работает творчески, вдохновенно, радостно, вы знаете, с песней. Вот, кстати, о песне. Сколько у нас песен? Ну, много, да, песен. Да, много песен, и все они о юношах, о молодости, верно? О пионерах. А где, позвольте вас спросить, песни для пожилых людей? Ну, а? Нет такой песни? Как же нет? Ну, вот, возьмем. Вот, возьмем. Че-че? А действительно вот нет? Действительно нет. Что же получается, друзья мои? Вот работает, скажем, солидный пожилой человек. Ну, директор фабрики, или старый мастер, или колхозник, или бухгалтер. Ну, хочется ему себя чем-нибудь подбодрить. Чем обычно подбадривают себя русские люди? Песни. И вот он начинает что-нибудь себе такое под нос выставить или намурлыкивать. Какую-нибудь песню. Но про что, позвольте вас спросить? Про футбольного вратаря, про одинокого гармониста, про ну-ка девушки. Я, вы знаете ли, я пробовал заменить и вместо этого напевать «А ну-ка девушки». Дедушки, а ну-ка, бабушки. Получается, грубо приближенно, как говорит товарищ Мехетов. Одним словом, друзья мои, нет песен для стариков. Нет. Вот пенсии есть. Вот. Пенсии есть, а песен нет. А ведь старик это завидное, это почетное звание. Пусть дадут старикам песню. Старики тоже люди, и старики тоже петь хотят. Черт меня побери! Браво, браво. То, что вы сказали, это красота. И вы взволновали меня. Я композитор Днепровская. И я обещаю вам написать песню для пожилых людей. Короче говоря, лечу краями. А вот у нас был старик. Прекрасно. До свидания. До свидания. Надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся, дедушкин. Очень приятно. Очень приятно. Спиридон Спиридонович, да? Я сделала открытие. Какое? Что вы скажете об этом дедушкине? Знаете, кто он? То есть как? Кто он? Он инкогнито. Что? Понимаете, инкогнито меня сейчас как молния озарила. Это же никто иной, как профессор Бабушкин из Москвы. Дедушкин, не дедушкин, а уже Бабушкин. Ну да, профессор Бабушкин догнал нас на самолете и сказал, что он дедушкин. Зачем? Зачем? Из скромности. Или, может быть, чтобы незаметно ознакомиться с нами, с участниками экспедиции. Ведь знать сотрудников, это же половина успеха. Ах так? Остроумно. Значит, наш Бабушкин уже не Бабушкин, а дедушкин. Ну, да. И мы это знаем. Так вот, все просят вальс. Вальс, вальс. Позвольте, вальс. Позвольте, а неужели нельзя чего-нибудь поновее? Нет, вальс. Минуточку, минуточку, молодой человек. Галина Петровна, пожалуйста, сейчас мы сделаем опрос. Опрос. Сейчас. Уважаемые товарищи мореплаватели, к
Кто за танец наших бабушек и дедушек, наших внуков и внучек, за вечно юный вальс? Вальс! 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 Виноват. Прошу прощения. Галина Петровна, разрешите? Пожалуйста. Красота, как говорит товарищ Непровский. Смотрите. Благодарю. Танцуете? Нет. Разрешите вас пригласить? Бабушки. Простите, но я не танцую. Да. Прошу прощения. Разрешите пригласить? Пожалуйста. Пожалуйста, но я... Прошу вас. Я ведь тоже, вы знаете, не очень. Скажите, отчего вы такая озабоченная? Разве вам здесь не весело? Весело? Да. Я не думаю о веселье. Я думаю о предстоящей работе. Ах так, даже танцуя? Да. А, тогда простите, простите, я вам больше не буду мешать. Ясно, это бабушкин. Вот. Черт возьми, этот дедушкин развивает бурную деятельность. Посмотрите, смотрите. Разрешите пригласить вас на следующий танец? Ой, очень жаль, но я уже обещала. Я вижу, вам так ни с кем не удалось потанцевать. Ну, ничего, я человек терпеливый. А кому вы обещали, если не секрет? Иван Иванович, дедушкин. Вы знаете, я вас видел на зимнем стадионе. Да. Прекрасно работаете и музыку подбираете с большим вкусом. Правда? Я очень рада. И я рад. Как ты мог допустить, чтобы этот старый агрессор танцевал с Валей? А что? Он очень симпатичный старичок. Что ты понимаешь, стариках? Ты рассуждаешь как дилетант. Пожалуйста. Если бы вы знали, как он прекрасно разбирается в спорте. Да? О моих упражнениях он сказал, что... Можете не продолжать. Все понятно. Он многообещающий патриарх. Что? Обаятельный бронтозавр. Что с вами, Саша? Лет через 50 я созрею для вашего общества. Товарищ капитан, где же ваш сюрприз? Что будет? Будет. Какой? Морская полька. Морская полька? Не видал. Сейчас увидите. Объявить? Пожалуйста. Оркестр, прошу морскую польку. Thank you.
Скорее бы радио. Просто ни о чем другом думать не могу. А ты постарайся отвлечься. Думай о чем-нибудь другом. О чем? Когда я хочу подумать о чем-нибудь хорошем, я думаю о Вале. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня на стадионе «Вымпел» в игре на Кубок ВЦСПС по футболу встретились команды «Вымпел» и «Заря». Игроки «Вымпела» находятся в прекрасной спортивной форме. Хорошей технике владения мячом и разнообразию тактических приемов, продемонстрированных командой в этой игре, может позавидовать любая команда мастеров. Несмотря на упорное сопротивление противника, встреча закончилась со счетом 7-1 в пользу «Вымпела». Товарищ, все, плывем навстречу гибели. Да ты что, ты что? Ты хочешь бить того, кто послабее? Да мы выиграем! Ну, конечно, как выиграем? 7-1. Им может позавидовать команда мастеров, а нам кто? Но это мы увидим после состязания. А думать перед боем о поражении, это значит проиграть битву. Золотые слова, Лев Павлович! Правильно! Что, все разговоры на сегодня прекращаем. Гриша? Что, Лев Павлович? Режим. А тебе скажу, Саша, выходить в таком настроении на игру невозможно. Ты можешь себе представить солдата, идущего в атаку, не верящего в победу? Ну, конечно, нет. Так как же ты? Ты, талантливый спортсмен, который служил примером для всей команды, можешь терять веру в своих ребят. Лев Павлович, ну, нашим составом играть с «Вымпелом». Вот что, Саша, эту кубковую игру с «Вымпелом» ты играть не будешь. Так. Значит, решили обойтись без меня? К сожалению. Понятно. Могу покупать обратный билет? Нет. Останешься и будешь в запасе. Я человек дисциплинированный. Хорошо, Вася, хорошо. Спокойней, спокойней. Вот так. Точно. Старкин, мягче, мягче принимай. Вот так, хорошо. Послушай, Саша, что у тебя с лицом? А что? Да у тебя такой вид, будто у тебя зубы болят. С каким счетом сыграл «Вымпел»? 7-1. Вот я посмотрю, какие у вас будут лица. Не слушайте моих советов. Видишь, Гриша, я серьезно начинаю думать, что ты мало работаешь над собой. Чем дороги бывают трудней, тем шагают настойчивее люди. И о возрасте наших друзей мы не только по паспорту судим. Нам года не беда, если к цели стремимся большой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Чтобы все, как один, доктора, находили вас в полном порядке. Каждый день начинайте с утра бодрым маршем спортивной зарядки. Нам года не беда, если к цели стремимся большой.
Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Ваша поступь пусть будет тверда, и во всем поспевая за веком. Очень важно себя никогда не считать пожилым человеком. Нам года не беда, если в теле стремимся большой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Привет деятелям советского кино! Привет! Значит, что собачья кличка из двух букв. Да. Теперь головной убор римского императора. Из трех. Три буквы. Ай-яй-яй-яй-яй. С добрым утром. А, доброе утро. Садитесь, пожалуйста. А вы, как всегда, в дамском обществе. Да, как вы видите. Выпьем в Димаджаре. Ну что, лучше простокваш. За вас, за дедушку Дон Жуана. Молодой человек, я вам рекомендую, примите холодный душ, освежайте. Что вы мне говорите? Это я вам говорю. Ну, знаете, жаль, что вы в преклонном возрасте. А то за такие слова да предами я бы вас... Что? Нокаутировал. Как вы сказали, молодой человек, нокаутировал. А это что ж такое, Галина Петровна? Это бокс, значит? Бокс. Ай-яй-яй-яй. Может, и впрямь желаете соревноваться в боксе с вами? Вы человек с большим юмором. На вас нельзя сердиться. Галина Петровна, завтра у нас на пароходе вечер спорта для любителей и спортсменов. Ну так что же? Так вот, вы хотите меня нокаутировать? Пожалуйста, я принимаю ваш вызов. Знаете, я выпил Маджари чертовски лукавое вино. Маджари. Ну, сейчас весь хмель вылетел. Вы представляете себе бокс? Ну да, бокс. Я и вы. Смешно. Да разве с бородой боксируют? Шкуром насмех. Галина Петровна, а он струсил. Струсил. Я отказываюсь. Отказываетесь, молодой человек. Я отказываюсь? Ну, товарищ Карташов, будьте свидетельницей. Я ведь только футболист, а не боксер. Но мне 26 лет. Вы представляете, что будет? Что будет? В общем, товарищ Дедушкин, если передумаете, скажите, я ж понимаю шутку. Пойдемте, Галина Петровна, пойдемте. Сейчас как раз будут очень красивые берега. Да, прошу прощения. А боксерские перчатки вы найдете в судовом коллективе физкультуры. Да ну что? Я тоже понимаю шутки. Честь имею, молодой человек. Вот так. Здравствуйте, дорогие коллеги! Я не ошибся, товарищ Виолетов и товарищ Малюткина. Совершенно правильно. А откуда вы нас знаете? А очень просто. Работа Малюткиной. Такой жаркий день, а вы, бедняжка, с работой. Так нельзя с кадрами, товарищ Виолетов. Будем в таком, дорогие товарищи. Бабушкин. Как Бабушкин? Вы Бабушкин? Это установлено точно, профессор Бабушкин из Москвы. Вот что значит строить гипотезы без проверок, без контрольных опытов, без собирания материалов. Вот в результате вашего легкомыслия... Профессор. Да, легкомыслие, оказывается, Дедушкин это не Бабушкин, а Бабушкин абсолютно не Дедушкин. Ай-яй-яй-яй, вы перегрелись на солнце. Снимите пиджак, вам полегчает. Да? Да. Скоренько. Давайте, товарищ. Скоренько. Вы директор киногруппы, где режиссер? Вот режиссер. Что такое?
Товарищ Цветков. Ой, нет, нет. Ну, возьмите. Спасибо. Спасибо большое. Василий Васильевич. А, Галочка. Хорошо. Здравствуйте. Как снимали? Я вас так ждала. Хорошо, выглядите. Да. Вот, пожалуйста, возьмите. Спасибо. Здравствуйте. Мы вот очень любим кино. Да-да-да. Хорошо, очень хорошо. Петр Андреевич, ветра дуй, погрузили? Ну, ветра дуй, ну, голубчик, ну что, все в порядке, Василий Васильевич. Скоренько, скоренько. Скоренько. Ну, им не дано. Да-да-да-да. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание и хочу вам сообщить, что вы все здесь присутствующие неожиданно для себя включились в нашу творческую деятельность. Дело в том, что мы снимаем фильм под названием «На всех парусах». Там есть роль одного старого ученого, геолога. Ну, такого жизнерадостного, бодрого и даже несколько эксцентричного. И вот мне, как режиссеру, мне бы хотелось, чтобы эту роль играл молодой артист, а именно товарищ Светланов. Но задача очень трудная. Поэтому я просил молодого артиста Светланова вот загримированным и переодетым прожить здесь, на этом корабле, несколько дней. Для того, чтобы убедиться в правдивости и убедительности образа. Наблюдателем и контролером я попросил быть нашу Галочку. Вот нашу актрису Галину Петровну Карташову. Любопытно. Очень любопытно. Прошу прощения, друзья мои. А теперь, товарищи, разрешите представить вам этого молодого артиста. И вот, товарищи, вы познакомились с артистом Светлановым. Молодой. И, как видите, очень способный артист. К тому же еще и спортсмен. Он у нас боксер. Товарищи, мы понесли тяжелую утрату. Мы потеряли такого замечательного сотоварища. Такого замечательного старика. Ведь это же какой ужас, товарищ. Какой ужас. Не волнуйтесь, друзья мои, не волнуйтесь. Я еще буду стариком. Вы знаете ли, настоящим стариком. Подождите. Лет через 30 мы с вами снова встретимся. А что очень может быть? Нам года не беда. Если к цели стремимся большой, оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Ваша поступь пусть будет тверда, и во всем поспевая за веком. Очень важно себя никогда не считать пожилым человеком. Нам года не беда, если цель не стремимся большой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Смотрите. Ой. Сегодня будет Светлана Борисовна. Что происходит? Светлана в боксер, он его изобьет? Это просто... Конечно. Позор. Саша ведущий игрок, а не запасной, как... Запасных тоже нельзя избивать. Спасибо, Валя. А ты меня запасный. Боже мой, он же не боксер. И потом он хороший парень. Но ведь он сам меня вызвал. А потом, Галина Петровна, с кем он драться-то будет? Ничего, живой останется. Пойдемте.
Это Светланов и Веснушкин. Коля! Коля, ты только лицо побереги, а то снимать нельзя. Не волнуйтесь, Василий Васильевич. И вот и не очень избивайте, парень погорячился. Галочка, я легонько, в порядке воспитания, так сказать. Товарищи, позвольте мне все же выйти на ринг. То есть что получается? Узнал, что он молодой и в кусты? Позор. А вызывать старика на бой? Это как, по-твоему, не позор? Лев Павлович, товарищи, да я не знаю, как это вышло. Товарищи, бокс начинается. Лев Павлович, лучше нокаут, чем позор. Идея понятна? Веснушкина нет! Струсил! Испугался нашего дедушкина! Знаменательное явление! Мы, старики, навели ужас на хвостуна. Вот тебе и стрелы! Еще синие! Последний раз вызываю Веснушкина! Веснушкин из команды «Синие стрелы» здесь! Товарищи, минуточку, товарищи! Товарищ судья, это не Веснушкин. Как так не Веснушкин? Веснушкин самый настоящий. Вот мое удостоверение. Миша, дай удостоверение. Веснушкин, пожалуйста. Конечно, Веснушкин. Так нет, это Веснушкин. Синие стрелы. Веснушкин. Ну, значит, это другой Веснушкин. Тот, который меня вызывал, был немножко постарше. Когда вас вызывали, вы тоже были старше. Правильно. Скажите, а вы боксер? Больше. Что значит больше? Больше, чем боксер? Да, я из команды «Синие стрелы». И давайте начинать, а то мне некогда. Пожали руки. Углы. Ваш боксер готов? Готов. Готов, боксер? Готов. Время. Первый раунд. Хорошо. Пошагу назад. Юноша, учитывайте, я боксер. Если я начну отвечать... Три. Все. Четыре. Товарищ Светлана, а здорово вы его ударили, а? Да и он вас, кажется, неплохо. Но если он так будет наступать,
я волей-неволей опять ударю. Ну и что же? Не хотелось. Так пусть не петушится. Веснушкин не имеет права драться. Почему? Я тренер футбольной команды «Синие стрелы». Мы едем на ответственные соревнования. Прекратите бой. Товарищ, я тоже прошу прекратить соревнования. Дело в том, что море очень беспокойно. Вот, правильно. Очень трудно драться на такой площадке. Нет, почему? Море спокойно. Товарищ, я предлагаю ничью. Ничья! Ничья! Правильно, ничья! Ну как ничья? Как ничья? Когда мы победили! Ладно! Я согласен на ничью! Из него вырастет замечательный старик. Извините, товарищ Коломягин, что так получилось. Развяжите, пожалуйста. Да, но должен вам сказать, вы воспитали отличного спортсмена. Такое воля к победе. Но это я сам. Из него может получиться очень хороший боксер. Боксер? Да. Золотые слова. Но строго между нами? Да. Из него уже получается хороший футболист. Поздравляем вас! Хорошо, Билла! Зачем нашей команды? Синие стрелы! Синие стрелы! Синие стрелы! Синие стрелы! Все проходит. Ой! Вот видишь. Тебе ведь тоже за бокс попал. Да. Лев Павлович выговор закатил. И, по-моему, правильно. Как, по-твоему, правильно? Правильно. Правильно! Боксировать перед финальными играми черт знает что. Черт знает что. Саш, значит, ты все понял? Конечно, понял. А я во всем виноват. А что мы выиграем у «Вымпела»? Не верю. Ну что ты, Саша? Ну ладно, хватит, иди. Мне в самом деле легче одному. А ты никого на бокс не выдаешь? Никого. Ты говоришь мне это как старший брат? Как брат. И как левый нападающий? И как левый нападающий. Спасибо. От брата. Да. И от всей команды. Thank you.
А Вася настоящий спортсмен. Он вышел на ринг, ему дорога честь команды. А вы ведь любите Васю? Не знаю. Может быть. Может быть. Может быть! Может быть! Андрей, может быть! Что может быть? Может быть! Ты с ума сошел? Что тебе водой окатить? Водой! Может быть! Освобождаем коридор левому краю. Так? Да. Идея понятна? Понятно. Так, значит, план, тактический план предстоящей игры утверждаем. Теперь последняя деталь. На левом краю у нас будет играть Веснушкин. Правильно. Ну, а как же иначе? Правильно. Сашу надо простить. На левом краю у нас будет играть Веснушкин. Старший. Младший. Как? Видишь ли, Гриша, когда в семье два брата, и они не близнецы, то всегда один старший, а другой младший. Ну, а Саша-то ведь... Решение своего менять не будем. У Саши останется время, чтобы подумать о своем поведении. А то, что мы включаем в основной состав Веснушкина-младшего, по-моему, это вполне логично. Идея понятна? Понятно. Но не всем, а? Конечно, с одной стороны, я понимаю, Лев Павлович. С другой стороны, если так сказать. Яркая речь. Так как-то... Нет, конечно, если... Как-то... И это неплохое выступление. Да как, по-твоему, Саша, в этом составе мы не проиграем, а? Обидно мне, Лев Павлович. Но Вася сейчас в лучшей форме, чем я. Саш, ну что ты? И его надо ставить. Ну, а я в следующей игре. Значит, никто не уходит там в разные другие команды и вообще... Хватит. Хватит. Ну вот что, братцы, по каютам. Скоро Сухуми. Красивый город. Да, но любоваться им у нас не будет времени. Тогда пускай Сухуми любуется нами, а? Гриша. Да. Может быть, ты с командой поделишься, а? Чем? Скромностью, а то я вижу тебя одному многовато. Простите, пожалуйста, Лев Павлович. По каютам. По каютам, братцы, по каютам. Иван Иннокентич! Здравствуйте, Мария Ивановна! И вы здесь? Да. Какими судьбами? Будьте знакомы, жена Ольга Януаровна. А это Мария Ивановна, мамаша братьев Веснушкиных, футболистов. Помнишь, я тебе о них рассказывал? Помнишь? День и ночь все уши прожужжал. Специально приехали, Иван Иннокентич. Везут лечиться. Насилу уговорил жену залететь сюда, посмотреть на волнующие игры. Ваня! А когда отходит самолет? Он, Олечка, не отходит. Как? Он, Олечка, не отходит, отлетает. Что смешного. Нам билеты достались на четверг. Это что ж, значит, три потерянных дня? Ну, а почему потерянных? Почему? Да потому же, я не знаю, на что ж здесь смотреть. Что такое твой футбол? Бегают мужчины в коротких штанах, безобразие. Оля. Ну, а что, Оля? Тише. Ну, почему тише? Что, я не могу высказать свое мнение? Не затыкай мне рот, пожалуйста. Тише. Внимание, внимание. Наш микрофон на стадионе «Юг». Сегодня здесь в финальном состязании на Кубок ВЦСПС встречаются команды «Вымпел» и «Синие стрелы». До начала игры остаются считанные минуты. Судья вызывает команды «Наполи». В центральном проходе трибун показались команды-участницы финальной игры. В оранжевых футболках игроки опытного коллектива «Общество «Вымпел». В голубой форме с ярким значком на груди футболисты молодой заводской команды «Синие стрелы».
Оба участника заключительной встречи на пути к финалу одержали ряд побед. Законы кубка жестоки. Одно поражение, и уже команда выбывает из дальнейших соревнований. Команды заняли места. Судья приглашает капитанов команды. Традиционный обмен букетами. Судья разыгрывает право выбора ворот или начального удара. Капитан команды «Синих стрел» Пушечный выбирает правые ворота. Команда меняется местами. Игроки занимают исходное положение. Нападающие выстроились такой цепочкой у средней линии поля. Полузащитники отошли назад. Вратарь Старкин занимает место в воротах. Чувствуется, нервничает немного. Ну ничего, это пройдет, как только начнется игра. Исток. Финальное состязание на кубок ВЦСПС началось. Мяч у нападающих Вымпела. Он усмышленно передача вперед. Мяч подходит к линии штрафной площадки «Синих стрел». Опасное положение. Но защитник «Синих стрел» — это Адвокатов. Спасает свою команду от опасного положения штрафной площадки. Мяч у нападающих «Синих стрел». Центральный защитник отбивает мяч на Веснушкин. Веснушкин бьет. Да. Футбол играет около 100 лет. И, пожалуй, впервые за это футбольное столетие мяч еще не побывал в воротах, а счет уже открыт. Удар был очень сильный, но и очень неточный. Но вот справедливость восстановлена, ведь мяча-то еще не было в воротах. Игра идет со счетом 0-0. Мяч у нападающих Вымпела, следует сильный удар на ворота «Синих стрел». Старкин прыгает, промахивается мимо мяча, удар! Счет становится 1-0 в пользу Вымпела. Да, мяч побывал сейчас в воротах «Синих стрел» явно из-за ошибки вратаря Старкина. Но игра только что началась, так что изменений в игре может быть еще много. Команда «Синие стрелы» начинает игру с центра поля. Мяч у Лихова, передача назад полузащитнику. Теперь сюда налево полусреднему. Тот еще дальше Веснушкину, что же будет делать Веснушкин? Пошел сам вперед, еще дальше его атакует. Очень хорошо обыгрывает полузащитника Вымпела. Передача налево Пушечному. Пушечный проходит вперед. Дальше, еще дальше. Пушечный на ту площадку. Нужно отдавать. Там свободный Веснушкин. Следует передача Веснушкину. Нужно бить. Удар. Да вот что значит правильно чувствовать место во время атаки. Пушечный ушел на левый край, а Веснушкин со своего места переместился в центр поля. И, оказавшись на месте, спокойно поставил мяч в ворота Вымпела. И так счет 1-1. Да, видимо, упорная предстоит сегодня встреча. Команды только недавно начали игру, а мяч уже побывал и в тех, и в других воротах. Но игра снова началась. Атакует Вымпел. Растягивая защитников «Синих стрел», вот мяч у Смышленого. Он проходит вперед, отдает налево. Но здесь защитники «Синих стрел» на месте. Отбивает мяч центральному кругу, мяч попадает к Веснушкину. Следует серия коротких передач. Там мяч у Пушечного. Вот он встал, отдает мяч снова Веснушкину. Веснушкин проходит налево, отдает налево Лихову. Лихов продвигает сам вперед, подходит к линии штрафной площадки. «Синие стрелы» атакуют. Все пришли в штрафную площадь. Защитник головой отбивает мяч на Веснушкина. Веснушкин очень хорошо обыгрывает центрального защитника Вымпела. Выходит один на ворота, обманывает одного игрока, второго там направо Пушечный. Нужно отдавать передачу Пушечному. Пушечный проходит вперед. Подходит к ближней штанге, отдает до ворот, набирает. Удар! Хорошо разыграли. И второй раз мяч от ноги молодого нападающего «Синих стрел» Василия Веснушкина попадает в ворота Вымпела. Счет становится 2-1. Ведут «Синие стрелы». Сейчас Вымпел снова будет начинать игру с центра поля. Вратарь нехотя вынимает из ворот мяч. Ну и вполне понятно, занятие же не из приятных. Ну вот, игра снова началась. Она идет в районе центрального круга. Мяч по несколько раз попадает только к игрокам «Синих стрел», только к игрокам Вымпела. Вот он попадает к левому полусреднему Вымпела. Это кто же? А, это Смышленов. Но мяч снова возвращается в центральный круг от ноги защитника от «Синих стрел». Удар на ворота, Старкин прыгает. Стор! Полой! Мяч с поля! 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 Да, неприятное падение вратаря. Игрок Вымпела упал Старкину на колено. Так можно получить травму. Вдруг он не сможет играть, а? Вот беда. Мяч у нападающих Вымпела смещен. Он проходит вперед, дальше подходит к угловому фасу. Защитник «Синих стрел» успевает выбить мяч на угловой. Угловой удар.
У ворот синих стрел нужно спешить. До конца первой половины игры остается менее минуты. Смышленно бьет, мяч идет на ворота, защитник отбивает мяч из штрафной площадки. Мяч снова возвращается на ворота, прыгает Таркин, отбивает мяч на угловой. И в это время свисток судьи возвестил о том, что первая половина игры между командами «Винтер» и «Синие стрелы» окончена. Результат 2-1, ведут «Синие стрелы». Но впереди еще 45 минут игры. Все может измениться, не будем загадывать. Команды уходят на отдых. Пропустите команду, скоренько! Товарищ! Скоренько, пропустите! Да. Скоренько, пропустите! Привет, друзья! Привет, друзья! Вася, молодец! Стараемся! Лев Павлович, поздравляю! Рано, предварительно, рано. От общественных организаций и отдельных граждан. Все желают успехов! Спасибо. Ребятам будет приятно почитать. Игра была замечательна, особенно Веснушкин-младший. Ох, давал! Хорошо играл. Но вторая половина игры будет серьезнее. А что такое? Старкина нам подбили. Поставите запасного вратаря. Нет у нас запасного вратаря. Петрова привезли, но его пчела укусила прямо в глаз. Здрасте, Иван Иннокентьевич. Ну, Лев Павлович, должны выиграть. Вы согласны со мной? Я с тобой согласен. Не знаю, согласен ли с тобой Вымпел. Ну что вы, Лев Павлович, ребята играют как львы. Ну, это много как львы. Будем считать как тигры. Ну, могу спорить, вы. Не будем спорить. Пошли, Саша. Да что же делать, Лев Павлович? А? Что-нибудь придумаем. Ты меня извини, Иван Никитич. Хорошо. Тебе понятно, Гриш? Понятно, Лев Павлович. А гол был забит по твоей вине, Слава. Я знаю, Лев Павлович. Ну как же ты упустил игрока? Да я поздно пошел на него. О, надо плотнее держать противника. Вот ты учти хорошо, это. Хорошо держался. Да. Надо было сразу бить, мог забить. Правильно. А ты, Вася, второй гол хорошо забил. С летом. Саша, так Веснушкины иначе не могут. Раздевайся. Будешь играть правого полусреднего вместо Гриши. Саша, поздравляю. Ну, Лев Павлович, буду играть за двоих. Вот это нам и надо, за двоих. Обидно, Лев Павлович. Не знаю даже, как так получилось. Ничего. Играй спокойно, в случае чего заменим. А кто же меня заменит? Ну, там подумаем. Лева. Да. Вот что, Лёва. Да что, Лев Павлович? Так и сделаем. Вторая половина игры началась атаками Вымпела. Их нападающие все чаще и чаще прорывали штрафную площадку «Синих стрел», но точная игра защитников во главе с вратарем Старкиным не позволила изменить результат. До конца встречи остается 15 минут. Счет по-прежнему 2-1, ведут «Синие стрелы». Очередная атака на ворот «Синих стрел». Старкин в броске ликвидирует опасность. Собрал мяч, поднимается. Бить не может, видимо, болит колено. Рукой сбрасывает защитнику Адвокатову. Тот посылает мяч в центр по защитнику Сундукову. Ой-ой-ой, что же он делает? Так близко от штрафной площадки толкает игрока Вымпела. Штрафной удар. Это очень опасно. Удар. Мяч попадает в ногу Суматохину и отскакивает ворота. Что? Ну смотри, что на поле делается. 2-2. Снова ничья. Какая упорная сегодня игра. «Синие стрелы» начинают игру с центра поля. Пушкин сделал удар по мячу. Во второй половине игры «Синие стрелы» произвели замену. Вместо правого полусреднего Лихова на поле вышел Веснушкин-старший. Очень опытный футболист, обладающий прекрасным ударом. Сейчас команда очень часто играет на него. Вот мяч снова попадает к Веснушкину. Остановил. Очень хорошо дает налево Пушечну. Пушечный снова. Нужно бить. Удар. Какой блестящий удар. Мяч попал в сплетение верхней боковой планок ворот. В крест, как говорят болельщики. Счет становится 3-2. Снова ведут «Синие стрелы». До конца игры остается несколько минут. Удар, мяч входит в аут. Вот защитник «Синих стрел» бросил мяч в поле. Мяч в штрафной площадке «Синих стрел». Адвокат выбивает мяч туда, подальше к углу штрафной площадки. Мяч попадает к Смышленому. Удар по воротам. Очень хорошо отбивает Старкин.
Мяч отскакивает Карлову, нападающий выбил, еще удар. Блестящий бросок Старкина. В который раз он ликвидирует сегодня опасность у своих ворот. Что такое? Упал, кажется, на больное колено. Да, так и есть. Неужели не сможет играть? Игроки синих стрел уводят своего вратаря с поля. Ну что ж, надо выпускать запасного. Вася! Что, что такое? Веснушкину отдают кепку и перчатки вратаря. Где же запасной вратарь? Неужели болен? Это неприятная неожиданность для синих стрел. Веснушкин, Васькин, Вася, руки! Вася! Держись! Веснушкин! Ваня, ну держись! Что ты как мальчик, честное слово? Веснушкин встает в ворота. Интересно, как он себя будет чувствовать на этом необычном для него месте. До конца встречи остается 5 минут. Удар по воротам издали. Выше ворот. Отлегло от сердца, наверное. Атакуют синие стрелы. Пушкин проходит вперед, отдает направо. Мяч входит в штрафную площадку. Нет. Перехватывают игроки Вымпела. Веснушкин чувствует себя ворота спокойно. Это зря. Хорошо, что мяч попал прямо в руки. Вратарь должен быть очень внимательным, иначе кожаный мяч становится скользким, как уголь. Но вот мяч снова в игре. Он нападающий к Вымпела. Удар по воротам. Веснушкин хорошо отбивает мяч из штрафной площади. Еще один удар. Но здесь сейчас на той площадке синих стрел собрались игроки обеих команд. И Вымпела, и синих стрел. Атака, еще атака. Веснушкин старший головой выносит мяч из опасной зоны. И вот мяч уже в центральном круге. Он у Пушечного. Короткая комбинация. Мяч уходит налево. Последует неожиданная передача на сторону Вымпела. Но здесь на месте вратарь забирает мяч. А играть остается менее минуты. 30 секунд остается играть. Мяч осмущен. Он входит в такую площадку. Обоит вратаря. Ворота пустые. Нужно бить. Удар. И защитник рукой выбивает мяч из ворот. 11-метровый удар. Самое тягчайшее наказание в футболе. Катастрофа. Ваня, Ваня, не волнуйся. Мы погибли. Ваня, бери пример с меня. Не волнуйся, Ваня. Аленечка. Что? Правильно! Болельщики синих стрел кричат неправильно, но это не объективно. Судья совершенно справедливо назначил 11-метровый удар. И хотя время игры истекло, этот удар будет пробит. Так гласят правила игры в футбол. Стадион замер. Орлов разбегается, бьет. Блестящий бросок Веснушкина, и мяч у него в руках. Финальная встреча на Кубок ВЦСПС окончена. С результатом 3-2 победила команда «Синие стрелы». И героем дня был Веснушкин-младший. Лишний урок тренерам. Не держите молодых футболистов на скамейках запасных. Валя, а? Я давно хочу вас спросить, ага. Что это означает, если девушка целует юношу? По-моему, это очень хорошо для юноши. Ну, а может быть, это простое одобрение, вроде аплодисментов, скажем, после бокса? Вы знаете, я вспоминаю один дождливый день. Вы мне хотели подарить зонтик. Да. Помните? Помню. Вы еще сказали, что принимаете подарки только от близких людей. Сегодня такое жаркое солнце. Жаль, что у вас нет зонтика. Зонтика? Угу. Зонтик в чемодане. В каком чемодане? На базе, я сейчас бегаю.